Итак, друзья, первое задание. Осознанное дыхание. Не знаю, задумывались вы когда-либо об этом или нет, но самая простая, естественная вещь, такая как наше дыхание, имеет невероятную силу. И мы все немножко недооцениваем то, что мы действительно имеем. Если уметь пользоваться своим дыханием, если уметь с этим работать, если быть достаточно осознанным к своему дыханию, то тогда вы увидите, что ваше состояние будет напрямую зависеть от того, как вы дышите. Зачастую люди дышат очень поверхностно. Это такое дыхание страха и тревожности. Просто понаблюдайте за собой, вы увидите, что в течение дня ваше дыхание где-то здесь, и оно такое достаточно прерывистое и легкое. То есть мы не дышим глубоко, нас не учили. Мы всегда привыкли жить в гонке, мы привыкли жить, да, на какое-то выживание, и мы так и дышим. Мы так и дышим. И это не всегда хорошо, точнее, это вообще не хорошо. И я вам сейчас подскажу такое очень легкое упражнение, которое позволит вам повысить вашу осознанность с помощью дыхания. Все, что вам нужно будет делать в течение дня, когда вы об этом вспомните, вам нужно начать дышать очень и очень медленно. Настолько медленно, насколько вы можете сделать вдох и выдох. В идеале на 20 счетов в секунд вдох, на 20 секунд выдох. И вы просто начинаете так дышать. Вот вы вспоминаете, вы сидите на работе, вы там, не знаю, стоите в очереди, в пробке, и вы начинаете так дышать. 11 минут в день, в идеале, каждый день вы приучаете себя к глубокому, медленному дыханию. Вы удивитесь, но ваше такое медленное, глубокое дыхание в определенный момент, когда вы приучите свой организм так дышать, и вы станете так дышать чаще, 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 станет вашим заслоном, станет вашей гарантией того, что ваши эмоции будут разбиваться о ваше дыхание, и вы всегда будете в осознанности, вы будете в присутствии, вы будете реально понимать, что сейчас происходит, что с вами происходит. Вы будете трезво оценивать ситуацию себя и людей. Это очень крутая практика, максимально простая, и ее можно давать всем. Потому как глубокое медленное дыхание – это основа, это прям основа дышать. Правильно дышать таким образом, чтобы не дисбалансировать себя. Прислушайтесь, как вы дышите. И если есть даже такой эксперимент, если вы сядете вот так и начнете вот так дышать, у вас автоматически поднимется реакция страха, даже если не будет никаких триггеров, вы создадите реакцию страха. То есть с помощью дыхания мы можем создавать реакции искусственно. И то же самое с помощью дыхания мы можем приводить в себя невероятный баланс. Это дыхание вы можете взять на всю жизнь. И как только вы будете вспоминать об этом, просто замедляете свое дыхание, и вы увидите, как ваша чувствительность расширится, вы увидите, как ваша осознанность станет выше, и вы как будто начнете видеть мир не через призму эмоций и каких-то очень таких странных реакций автоматических, возможно, детских, каких-то неврозов. Вы станете больше из позиции нейтральности смотреть на этот мир. Попробуйте, я очень хочу, чтобы эта практика, вы забрали ее с собой в жизнь, и пробуйте, пожалуйста, вы можете давать своим близким и людям, которые вот необходима тоже такая помощь.